Поиски длиною в жизнь. Мать пытается отыскать украденного 3-летнего сына. Слов даже нет. Как тяжело. Мы все время плакали. Искали, плакали. Сначала мы с подругой по цыганам ездили. Люди узнавали его по фотографии. Его я заставлял милостыню просить. Потом несколько человек сказали, что Сашу продали за границу. Что Саша помнит меня. Он может меня узнать и вспомнить. Подробнее об этом и других событиях дня сегодня ровно в 7 вечера.